знаменитое хорватское яйцо делает какой-то дядюшка-дедушка из Хорватии. Оно исполняется в нескольких вариантах. Вот такое вот как бы яйцеобразное и с поперным ртом. С поперным ртом больше хлюпает, это, скажем так, более бесшумное. Как вы видели, хорошо проходит травку, очень результативно в ловле щуки, особенно в ее поиске. Для поиска лучше применять равномерную проводку, так быстрее. Для ловли, конечно, лучше с паузами, чтобы щука уже прицельно атаковала. Несмотря на то, что я сейчас держу приманку без твистера, именно с твистером максимально полно раскрывается ее потенциал. Она начинает на рывках такими изумительными галсами ходить вправо-влево. Но, к сожалению, твистера у нас в коробке не оказалось, поэтому пришлось показывать так. Процент реализации на эту приманку, конечно, не высок, но зато рыбалка очень зрелищная, и можно поймать рыбу из тех мест, в которых другие приманки попросту бессильны. Вот для примера скажу, что где-то 1-2 рыбы из 10 атак. Это в лучшем случае, наверное. Вот одна рыба это гарантированно, ну не гарантированно, это близко к реальности. Две рыбы это уже хорошо, я считаю. Вот из 10 атак 2 рыбы это отличный показатель для этой приманки.